начало тропы Каменито Дель Рей, она же королевская тропа. Вот, на мне шлем, чтобы сверху ничего не упало. Ну, вернее, если упадет, то чтобы ничего не было. И, в общем, вот такой вот узкий мосток. В прошлом году, только говорят, открылась. Вот, высота, ну, здесь приличная. Вот. В общем, на самом деле, пока не так страшно, но вроде бы дальше будет сужаться этот узкий проем, или как его называть. Ну, в общем, вот дальше она там вдоль скалы идет. Вот. Ну, так, ничего не туда лететь можно. Ну, такое вот ущелье. Здесь тропа. О, вот здесь, наверное, уже не так шумно. Время где-то начало четвертого. Что там он инструктировал, запирал перед началом, что, дескать, типа no selfie там и так далее. Не надо ничего лучше в руках держать, у меня вот вода с собой. Вот, вроде бы вот такой вот тропы 5 километров. Посмотрим. Такое, видимо, для подсветки будущего сделано. Вот высота этих скал, в принципе, вот. Ну, вообще так это да, занимательно. Занимательным. Так, вот эту группу я, наверное, отдаю. Фотографии. Вот. Deja pasar. Спускаться приятно. На мне трекинговая обувь, на всякий случай. Но больше я особо ничего не готовил к этому походу. Поход выходного дня в прямом смысле, потому что сегодня суббота. Утром я прибыл в аэропорт Малаги. Там провозился с машиной, спустя вот там час с лишним приехал сюда. Вот. Ну, повезло на самом деле, потому что это вот уже, по-моему, после нас уже не пускают, уже закрывают тропу. Вот, вот сзади так как-то. Вот. Ну, пока, в общем, такая тропинка идет дальше не очень интересно, я, наверное, выключу.